Всем привет, ребят, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Хотя игры сегодня мы будем касаться по факту очень и очень мало. По большей части мы будем касаться самого интересующего многих вопроса. Сколько же я задонатил в игру Mortal Kombat Mobile на своем основном аккаунте за то время, что он у меня существует? У меня, конечно же, есть история покупок, на iOS-устройстве в нее можно зайти и, конечно же, все это чекнуть. И сегодня мы узнаем полноценную сумму тех самых, скажем так, денег, которые я потратил. Потому что, когда ты закидываешь какое-то бабло в игру, то ты особо не задаешься вопросом, сколько выходит суммарно. Ты, например, потратил $20 на какой-то набор, и ты такой, ну ладно, я $20 потратил, в принципе, у меня что-то списало, я даже этого не заметил. Но если рассчитать полностью суммарные траты за все время провождения в игре, то у меня, наверное, выйдет не то чтобы прям самая большая сумма, но достаточно внушительная. И какая именно? Давайте на нее посмотрим. GameGold.ru — сайт, на котором вы сможете приобрести души, новую экипировку, персонажей, аккаунты, а также любой другой товар по самым низким ценам и быстрой доставкой. Также на GameGold можно найти большое количество игровой валюты на любую другую игру, полный список которых вы видите на экране. Но это еще не все. Только перейдя по моей ссылке в описании, вы получите неплохой бонус при покупке товара. На сайте действуют промокоды, которые помогут вам прокачать свой аккаунт в разы быстрее. Steven бонус дарит вам 500 душ при покупке любого товара. И Steven скидка при покупке от 1000 рублей 10% скидос прямо от меня. Ссылку на сам сайт, а также промокоды можно найти в описании под этим роликом. Что ж, ребят, сейчас я зашел на свой телефон, и вот где-то здесь вы будете видеть как раз-таки картинку, которая будет демонстрироваться, и вы будете видеть, в принципе, все. Сколько денег я потратил вообще, и на что я их тратил. Тут много чего интересного на самом деле, но мы будем касаться только лишь игры Mortal Kombat. Ну и первая покупка, я думаю, это достаточно интересная была сделана покупка, набор роста номер один. Да, в 2019 году, а именно 26 декабря 2019 года я впервые задонил в игру, и это был набор роста первый. Именно на этом аккаунте, на iOS-устройстве. На Android я, конечно, тратил в разы больше денег, но по поводу Android-устройства я даже не знаю, как чекнуть историю, поэтому там посмотреть у нас ничего не получится. И поэтому первое, что мы записываем, это 749 рэ. Специально себе для удобства запустил как раз-таки калькулятор, чтобы можно было суммировать все потраченные мною деньги, и это получилось достаточно интересно. Переходим на 2020 год и проматываем самый низ, потому что я думаю, что именно оттуда нам и нужно смотреть. Как вы видите, здесь донатов было достаточно большое количество. 2020 год получился очень насыщенным в плане донаты и, как мне кажется, интересным. И следующая покупка была уже совершена 24 января. И я потратил 1490 рублей на набор роста номер 2. Поэтому мы его тоже суммируем. Я не помню, для чего я это, в принципе, все делал, но мне кажется, ради того, чтобы пооткрывать наборы и вам было интересно на это посмотреть. Далее, конечно, у нас начались новогодние праздники, там появились новогодние наборы, мы с Игорем записывали челленджи и друг другу их кидали, и таким образом бросали. Не знаю, как правильно выразиться. Но в любом случае, и я приобретал эти наборы, новогодний золотой набор он называется. 26 января был куплен один, и также 26 января был куплен еще один набор за 379 рублей. И еще один. Сколько же наборов я купил за один день? Давайте их все просуммируем. Далее я не успокоился, видимо, и 28 января я решил открыть еще один новогодний золотой набор. И я не знаю, зачем я это делал. И снова не один, еще два новогодних набора было мною куплено 28 числа. Я уже не помню, что в них такого лежало, что я их приобретал пачками, но, видимо, что-то интересное, потому что, ну, просто так я бы не тратился. Следующим был новогодний алмазный набор, и я помню, что оттуда, по-моему, выпадала какая-то рандомная алмазка, и не повезло тем, кому выпадал на тот момент Кано Черный Дракон, потому что уже он был вроде как алмазной картой, и я помню даже моменты, когда некоторым ребятам выпадали оттуда Кано Черный Дракон, и они такие, блин, что происходит, зачем мне этот персонаж нужен? Но такое тоже было, поэтому суммируем еще плюс 1490. Уже на начало 2020 года я потратил 5000 на игру, ну, в принципе, это не такая уж и большая сумма, но в любом случае уже тоже внушительно. Далее я не успокоился, и 1 февраля я уже потратил еще 229 рублей на набор душ. Не помню, что это за набор душ-то такой был, но, видимо, просто мне не хватало
для чего-то души. Я такой, ну, почему бы и нет, давайте купим. Следующая моя трата была 5 февраля 2020 года. Mortal Kombat, набор чемпиона «Темные судьбы». Вот это да, звучит достаточно интересно. И это еще плюс 1490 рублей, и мы приписываем туда же эти деньги. И далее мы проматываем, потому что дальше почему-то я деньги не тратил аж до 2 марта 2020 года, когда взял редкий, яркий золотой комплект. Что в нем было, я без понятия, но 379 рублей я потратил. После недолго думая, 12 марта 2020 года я еще потратил на редкие золотые комплекты деньги, и как вы видите, снова немало. Снова же было куплено мною на протяжении 2 недель 2 набора. Что это были за наборы? Вроде это было недавно, но что за редкий, яркий золотой комплект был, я уже и не помню. Набор на 5-ю годовщину. Вот и наступило 5-летие игры. Тогда я помню, очень много денег мы тратили с Игорем на то, чтобы записывать челленджи и открывать эти достаточно странные, никому не нужные наборы. Но такое было, и с 6 апреля началась эта донатная эпопея, когда мы тратили деньги и тратили их не так уж и мало. И тут, как вы видите, у меня еще уходит 379 рублей в копилку Незеров. И после этого еще 749 рублей, которые я также суммирую. И таким образом получается, что и 10 апреля я еще 749 рублей трачу. Это просто жесть. Специальный набор на годовщину. Ну, звучит, конечно, очень круто. Спустя неделю я снова трачу на Black Dragon Tau Starter. Да, это уже башня Черный Дракон началась. И тут пошли траты именно на башню Черный Дракон. 379 рублей плюс 749, конечно же, мы тоже суммируем. И идем, двигаемся немножечко дальше. 20 апреля мною был потрачен еще 749 рублей. И далее, сразу же, тоже 20-го, еще 749. Неплохо так, конечно, я тратился. И еще, вот это да, зачем я столько наборов-то покупал? Ребят, не спрашивайте, я сам не помню. Далее, 379. Ну, это как-то слишком. Это слишком мало, мне кажется. Поэтому на этом этапе, получается, в апреле месяце заканчивается донатная эпопея. И мы, как вы видите, ничего по факту не потратили. И тут наступает новая обнова. И понеслась снова. Я несколько роликов записывал на тему того, что тратил, опять же, деньги на разного рода наборы. И ребята на эти ролики посмотрели. В принципе, кому-то понравилось, кому-то не понравилось. Но вроде как многим все-таки зашло. И я, конечно же, рад этому моменту. И вот 21-го я еще трачу. И плюс еще 749 рублей уходит в копилку Незером. Потом я трачу еще плюс 1490 рублей. Что не самый лучший вариант. И, по-моему, это моя последняя трата. 30 июля я последний раз задонил в игру. И получается, за все время, ребят, суммарно, все, что я потратил на аккаунт в игре Mortal Kombat Mobile, на свой основной аккаунт, на который мы сейчас посмотрим, и вы посмотрите, какие персонажи у меня есть, и что, в принципе, у меня появилось за это время. Я потратил, внимание, 17 857 рублей. 17 857 рублей мы делим по курсу на средние 70. Я беру сразу же среднее число, потому что курс то повышался, то понижался. И поэтому в долларах получается 255 баксов я вкинул в игру буквально меньше, чем за год. Да, еще и года не прошло, я уже на игру потратил 255 долларов. Это не маленькие на самом-то деле деньги. В особенности то, что я доначу еще и в другие игры, такие как Marvel Битва Чемпионов, Brawl Stars, и вы видели эти траты. Также Injustice, God of Mankind, многим забытая игра, многими точнее. И там тоже уходили какие-то деньги. И мне кажется, что 255 долларов, при том, что еще только начало, еще не конец, это уже внушительная сумма. В принципе, я могу сказать то, что ранее, в году в 2016-17, на Android устройство, когда были ранние доступы на персонажей, денег уходило, конечно же, в разы больше. Ну, просто в разы больше. Но это было тогда. Сейчас совсем другое время. Тогда игра даже менее донатная была, и я донатил в нее как-то больше. Когда она стала более донатной, я тратить денег на нее стал меньше. Но все-таки 255 долларов это немало. Вот, ребят, я хотел бы вам предоставить информацию. Это калькулятор, это все мои траты, они просуммированы. И таким образом вы можете посмотреть на
число, которое получилось. Я в рублях просуммировал полностью все и потом разделил на средний курс 70 рублей, потому что он то повышался, то понижался. Средний берем 70. Получилось 255 баксов, в принципе, что я говорил буквально минуту назад, и поэтому вот такие вот дела. Уже предвижу комментарии большинства любителей игры Mortal Kombat Mobile. Капец, сколько же он денег потратил на эту донатную помойку. Но в любом случае, я вам так скажу, что игра достаточно интересная. И в плане доната, все-таки какой-никакой экспириенс ты получаешь. И таким образом все же появляется интерес. Интерес донатить в игру, интерес смотреть на что-то новое. И, конечно же, ловить от этого, наверное, какой-то непонятный, но все-таки кайф. Чтобы убедить вас в том, что именно это тот самый аккаунт, как вы видите, набор роста первый у меня приобретен и набор роста второй у меня приобретен. Таким образом, мы считали именно траты на этот аккаунт. Все остальные наборы роста мною пока что не были куплены, да я не вижу в этом смысла тратить 2290 рублей на 4000 душ, при том, что сейчас наборов выпадает не так уж и много. По поводу коллекции, которая у меня появилась за все то время, что я донатил в игру, выбивая разного рода персонажей. Как вы видите, она достаточно насыщенная. Большинство, конечно, персов, которые я выбивал, это были золотые персонажи. Поэтому, смотря именно на данную коллекцию, в первую очередь нужно обращать внимание на золотых персов, на их слияние. Практически каждый персонаж у меня имеет 10-е слияние, кроме тех персов, которые выпадают из достаточно странных наборов за 150 душ, которые никому практически не нужны. Но при этом игра также мне бесплатно подарила Тремора Черного Дракона 6-го слияния, благодаря тому, что я просто-напросто проходил башню Черный Дракон. Возможно, если я так и буду проходить башню новую, Сирайрю, то мне еще в подарок выдадут кучу скорпионов, которые по факту будут тоже достаточно прокачанными и интересными. Но коллекция от этого хуже, мне кажется, не стала. И, как вы видите, достаточно интересный экспириенс такой получился в плане донатов. Ну и, конечно же, траты денег. Не впустую, конечно же. Я все-таки записывал какой-то своего рода контент, я тоже восстанавливал какую-то определенную сумму денег, но я всегда записывал ролики в минус, потому что по просматриваемости они набирали, конечно, в разы меньше в плане заработка, нежели чем я вкладывал в видос. Но в любом случае, главное для нас контент, а не деньги, поэтому, в принципе, я все равно рад тому, что я делал и как я делал. Ну и вот это вот алмазки, которые я еще пока что не выбил, но надеюсь, когда-нибудь в ближайшее время у меня все они появятся. Хотя маловероятно, но я буду верить. Все-таки все скорпионы у меня уже есть, как вы видите, все алмазные скорпионы у меня имеются. И поэтому здесь нет только одного лишь классного персонажа Джонни Кейджа ударной группы. По поводу снаряжения, я могу вам сразу же продемонстрировать и снаряжение. Оно прокачано практически все до 10-го слияния, кроме, конечно же, эпической снаряги. Но при этом тот же самый молот гнева, либо шлем Шоукана, они тоже качнулись до 10-го слияния, что очень хорошо, на мой взгляд. И очень-очень круто. Много экипировки было получено, много всего интересного, но при этом это еще не конец, это только начало, и, возможно, дальше будет все только лучше. Поэтому здесь, я думаю, что тоже, в принципе, минусов опять же нет. Игра потихонечку, как вы видите, у меня прокачивается, я надеюсь, что дальше мы сделаем, конечно же, шаг вперед и потратим еще 255 баксов. Но это будет забавно. Я обещал этот ролик записать, как только наберется 2000 лайков под одним из моих видосов. 2000 лайков набралось, и да, ролик мною был осуществлен. Надеюсь, он вам понравился. Сразу хотелось бы отметить, под конец видоса я никого не призываю донатить. Лучше всего играть, конечно же, своим каким-то ходом и, в принципе, играть так, как вам больше всего нравится. Но, также есть сайт gamegold.ru, где можно приобрести все в разы дешевле. Либо просто-напросто играть для себя, заходя в игру ежедневно, получать какие-то плюхи в режиме заданий, в башне Сирайрю, в воинах фракций и, в принципе, тоже прокачивать свой аккаунт. Кто бы что ни говорил, но игра не построена только лишь на одном донате. Донат тут нужен больше всего для какой-то развлекухи, скажем так. Если вам не хватает эмоций именно в воинах фракций, в режиме битвы, в режиме заданий, в башнях Сирайрю, в башне Шоукана, в охоте за реликвиями, в той же самой, может быть, классической рептилии и так далее и тому подобное, то его можно получить
покупая платные наборы и выбивая с леса какого-нибудь сраного классического смоука за 749 рублей. Да, такое тоже имеется. Всем спасибо, ребята, огромнейшее за просмотр. Надеюсь, данный видос был для вас информативным и интересным. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!